маску, маску. Блин, эту маску все время забываю, маску. Маску. Ё-моё. Все, Николашка идет сам, дабы я ничего не купила лишнего, да? Правильно. У нас эпицентр огромный, вы посмотрите. Это вот сейчас кусок вот здесь, вот эта часть. Это у нас тут садовая, короче, всякая ерунда. Там и деревья продаются, и для рыбок там зоотовары, видите, написано. И товары для детей, и сброя там, ну, сброя это оружие, всякая ерундистика, комплектующая, и концтовары, и кафешки, и эпицентр, и он огромный аж туда, и, в общем, там и доски, и не доски, и шурупы, и болты, и господи, все. Короче, все. Все, кроме еды, и, кстати, и химия, и мыло, и, в общем, тут такое разнообразие, и посуда, и кастрюли, и одежда. Ой... И все-все-все постройки, абсолютно все. Нету такого, чего тут можно не найти. Вот. Короче, для всего. Для кухни тоже тут все абсолютно. Техника любая. То есть холодильники, плиты, вытяжки, телевизоры. Ну, короче, все-все-все тут. В общем, разнообразие огромнейшее. О, у нас солнце вышло, посмотрите. Солнышко вышло. Вот. И этот самый... И цены довольно-таки нормальные. Мы отсюда, я же говорю, тут и шурупчики, болтички, тут для и мебель тут продается, и для мебели всякие эти вот фурнитура всякая, и мягкая мебель продается, и эти как стулья компьютерные, и отделы тут есть, где продают эти типа такое с компьютерами связано. И с музыкой связаны отделы есть. И, в общем-то, что тут только нету. Ну, и понятно, что кирпичи, доски, шлакоблоки, пеноблоки, вот это тоже тут есть. Короче, все есть. Вот заходите сюда, здесь все есть. Ну, конечно, золотовары, я бы сказала, что тут дороже, чем в других магазинах. Но зато тут выбор большой. Вот, если по мелким по магазинчикам походить, то можно где-то золотовары купить и дешевле. Хотя, я вам скажу, что если брать в общем, дешевле будет на рынке. Вот, у нас на рынке есть, на крытом рынке, на центральном нет, а на крытом рынке есть прям такой... Несколько рядов, где продают рыбок, черепашек, там, лягушек, вот этих белых таких вот продают. Что там еще у нас продают? Улиток продают, хомячки, крыски, эти кролики вот эти декоративные, свинки морские. Вот это все у нас есть там на рыночке, на крытом. Прямо два таких больших этих вот... отдела, и вот там все-все-все это продают, и это получается как бы на улице. Там тоже и дешевле аквариумы, и вот всякие штуки, короче, для аквариумов, там домики, вот эти замки, вот это все, вот там дешевле, действительно, если мне что-то надо. И, кстати, вот эти приборы очистительные для аквариумов там можно дешевле купить, и к тому же там продаются живые водоросли, и пластмассовые водоросли, и живые. Так что если там, ну, если... хотите что-то приобрести именно по поводу рыбок, вот этих, или хомячков, или кроликов, то лучше, конечно, на крытый рынок. Вот, каждый день они торгуют. Это получается, если в крытый рынок заходить, аж самые дальние-дальние ряды, вот там, где зерно продается, туда вот подальше-подальше. Ну, я думаю, этот, если спросите, вам скажут, где купить там рыбок или еще что-то. Вот, там же многие приезжают в Кировоград и не знают же, что, допустим, на рынке может и продается. Или на каком, например, рынке, да. Вот, и едут по магазинам брать тех же рыбок и все остальное. А на рынке, на самом деле, разнообразие огромное. И попугаи там, кстати, на рынке продаются. Все-все-все. Вот эти вот с хохлами огромными такими. Вот, и маленькие обычные, и всякие разные. Так что такие пироги. Да, я тоже такой же мечтаю свой аквариум поставить. У меня на, ну, 300 литров же огромный аквариум есть. К нам в комнату его, наверное, и тулить-то негде. Хотя, может быть, и в нашу комнату. Пока мы поставим, пока мы там двери не пробили, может быть, и поставлю, представляете, там будет красиво так. Надо этот, в нашей комнате поночевать пару дней, посмотреть, насколько там светло, насколько там темно. Для аквариума и хорошо, ну, надо такое среднее освещение, чтобы не сильно было солнце попадало и не сильно было темно. Потому что у них в любом случае им подсветку надо ставить. Когда солнце, то вода цветет, и рыбки могут перегреться. А когда так пасмурно, ну, темно в комнате, то нужно, чтобы постоянно эта подсветка горела.
Короче, я очень люблю рыбок, тем более за ними наблюдать. И особенно вечером ляжешь, и они там все плавают, красивые, такие разные. Вот. И смотришь, свет включил, смотришь, они там все булькают, так классно. Да. У нас на квартире он был, и мы когда сюда переехали, у нас оставалось там несколько сомиков и этих золотые, ну там у нас золотые, правда, такие огромные были. И они стояли у нас в комнате, а комната вот сейчас наша старая, она очень темная, это все, и они так вот это вот. А целый аквариум воды уже не набирали, половинку, и так дождались, пока они уже, ну как, рыбки помрут, у них же есть этот свой возраст. И уже и больше не заводили. Вынесли аквариум в старый дом, так он там и стоит. А так на самом деле он огромный, классный такой. Так что такие дела. Все, сейчас ждем Николая, он сейчас земельку купит и домой. У нас солнышко, смотрите, прям солнышко вышло. Я так подозреваю, что дождику все. Нет дождика больше. Хотя, может, еще на вечер пойдет, не знаю, там вроде тучками все затянуто. Ну, она, в принципе, промочила землю. Правильно ведь? Вот, на огороде. А раз землю на огороде промочила, значит, легче будет бурьянчик дергаться. Немножко помидорчики полила. Я не скажу, что сильно было холодно, не должны они были померзнуть. И не сильный дождь был, так что так. Не должны погнить, по идее. Отличненько. Все, жду Николая. Едем домой. Ехали, ехали, Коля. Боже, моя любимая родная школа. Что с нее сделали? Ну, не то чтобы любимая, но... Не то чтобы любимая, но родная. Да, но родная. То есть, блин, сделали ремонт. А что там написано? Офигеть просто. Написано. Полностью, блин, такая вся красивая. Школа радости для детей. Ну, что-то я не очень радостно ходил в нее. Школа творчести для детей. Школа сподевань для детей. Офигеть. На входе написано. В общем, смотрите, как разукрасили школу. Это Николая 31 школа. Да, сейчас Развернемся, да? Обратно, да, и покажем еще. Ой, детки, с мячиком. Аккуратно. Вот получается. Это он всю жизнь в эту школу проходил? Нет, ну, почти с 5 класса. С 5. Да. А тут сразу садик накрутил. С 5 по... какой? 9 еще здесь был, а 10-11 уже в училище заканчивал. Ну, судя, как ты пишешь, тебе в школе многому научили, конечно. Так, пишу я нормально. Скажи, то я специально так пишу, да? Да. Вот, смотрите, какая яркая, блин, обалдеть. Красиво, да? Ага. Детям можно. Детям повеселее ходить сюда. Так, я так понимаю, утеплили. Наверное. Утеплили, да, наверное. И караед сделали. Караед, видишь, да, типа? И покрасили красиво еще. О, видите, как прикольно. А вот тут, короче, сзади была пекарня. Не знаю, они как-то продали, что вот там? Это место, да, кусок школы. А то была школьная пекарня, типа, да? Да. От школы. Вот. Тут вообще была, нет, тут была теплица заброшенная. Ага. Теплица разбитая, побитые стекла, короче. Ну, вообще, хлам стоял. Ну. Я так понимаю, продали цей кусок. Пекарни. Была здесь пекарня, классно. Теперь с той стороны это там написано свадьбы тудым-сюдым. Тут проводят свадьбу, кафешка. Да, это кафешка такая, приличная кафешка. Вот, не забегаловка. Вот, здесь да, красиво. Это ведь так все красивенько сделано. Тоже. Ну, да. Короче, вот так вот. А вон еще напротив одна школа. 18-я. А то 18-я школа. Да. Школа на школе, как вы понимаете. Она русская, а это украинская, понял? А-а-а. Вот. И я, блин, мамке все время жаловался, а почему ты меня в ту школу не сдала? А там еще одна раньше была школа, а потом ее переделали... Садик. Там садик. А, там был садик еще один, да? Потом так... его переделали под какую-то... Дарыланов, я там практику проходил после училища. Дарыланов сделали, то есть, ну как бы, как... Короче, кабинки там торговали просто люди. Mm. Вот, первый этаж, по-моему, был продукты, вот, второй этаж вещи. Mm-hmm. Ну, не пошло дело, короче, закрылось, потом там сделали стоянку, потом еще что-то. Ну, это Колин райончик такой, это да. Мы внутри райончика, если что. Да. Мы внутри райончика. А это молочная кухня была раньше, да? Да, вот молочка была. Вот была раньше молочная кухня, я сюда ходила, Даша, по всякие сырочки, по молочку и по все остальное. Сейчас это у нас... Фирмовый магазин, фирмовый... Ятрань. Ятрань, да. Да, да, молочка была, да, здесь. Да, была молочка. Ну, молочку закрыли не из-за того, что Ятрань захотели построить, а просто было как-то уже, по-моему, чи не выгодно, чи что я там уже не помню. В общем, долго возмущались мамочки, ходили,
Потому что это же все бесплатно нам тогда давалось. Конечно. Вот. А потом, ну я, например, когда была Даша маленькая, я прямо очень часто вот брала, и я была довольна. Это молочко в маленьких бутылочках, сырковые массы, ну, да. Творожок в таких этих баночках от майонеза давали. Да, вот. Да. Я его что, дома пришла, бегом размешала там с бананчиком, с чем угодно, и раз ребенку как подкормку дала. Вот эти молочки, вот эти маленькие такие тоже бутылки вкусные. Давала. Ну, это у кого не хватало молока на подкормку, то вот люди ходили, здесь брали бесплатно, то есть у тебя как бы в месяц ты могла взять там определенное количество. И Коля ж ходил для Светки, да, за такой штукой? А как мы с тобой там не встретились, интересно? Прикиньте, малой бежит за это, за Светкиной подкормкой, да? И тетя Оля с коляской для Дашки. Прям там малой, слушай, блин. Не, ну, у нас 3 года разница. Ну все равно, когда малой. Мне было, Коля, 3,5. Когда мне было 19, ну вот Дашу я родила, да? Ну, 18, потом 19 исполнилось. Родила. То тебе сколько было? Сколько? 15. 15. Ну, так я же малой еще бежал. Ну, малой, уже взрослый парень. Ну, ты бы на тетку с коляской внимания явно не обратил. Так что такие пироги. Прикольно, да? А ходили мы примерно в одно и то же время, да? Ну, где-то так. Ой, прикольно. Да, все, домой едем. Теперь уже точно едем домой, проезжаем областную больницу, заворачиваем и нам на Балашовочку. Кстати, в областную больницу мне нужно записаться на этот, на лежание здесь. Сейчас очередина с этими карантинами, не пробиться в эту больницу. Очередина, у нас ревмоотделение только одно. И представьте, ё-моё. Чтобы туда пробиться, сейчас заранее надо ей позвонить и записаться. Или заехать туда, я не знаю даже как. Вообще надо заходить, она в прошлый раз сказала, заедь и запишись. Ну так, для начала можно позвонить. Да, позвоню, узнаю. Есть места, не маместу. Ну да. Так что так. Все, а вот это сейчас начинается мой уже родной район. Подожди, хромает. Сейчас аккуратно бежаю. Вот. Строили и уже продают. Так что так. А вот дом, кстати, смотрите, вырос как, эх. Смотри, я смотрю, популярные цвета эти стали, зеленые с оранжевым. Это не те же самые, что в школу делали, случайно. Школа тоже такая же цветная. Все, вот это уже мой район начинается. Тут полностью. Вон там вот. Не, вот там сигналили. Вон там вот уже в глубине я росла. Росла. Это уже район Беляевки. Твой район как назывался? Попова-Пацаева, я там знаю. В поле Попова-Пацаева, у меня район Беляева полностью. Так, Черемушки вот там вот у нас назывались и Беляева вот это все. Так что так. Но это более новый район сравнительно с Попова и Пацаева, да? Да, да, да. Да, Беляевка, да, она позже построилась, чем Попова и Пацаева. Так что так, все. Вот тут моя родная школа. Сейчас, вот, за вот этой пятиной, ой, девятиной, за гаражами, за вот этими. Да, да, да. У нас батарея, смотри, развешена почти. Вот, я часто показываю. Вот она. Моя школа. И проучилась. Называется восьмая школа. И Жабки, да? И Жабки. Жабокряковка. Кстати, ее здесь не было, ее просто здесь выковырили, вырыли. И когда только вырыли, было очень красиво, тут люди даже купались. Вырыли, тут был просто ручеек, у нас тут очень много родников. И вот здесь вот речечка такая небольшая, и она уходила туда. Вот. И сделали такое типа озеро, там дамба была, там красиво было, так лилась вода, все так это самое. А потом закинули все это, перестали чистить почему-то. Ну как почему-то, 90-е годы, кто там его будет чистить, ё-моё. Перестали чистить и все, и она немножко это, люди своими силами как-то там собирались, чистили, даже деревья там понасаживали, но все равно она зацветает. Одни люди чистили, другие всякое говно туда сбрасывали, понимаете, вот вам и пожалуйста. Все, короче, едем домой, у меня тем более батарея разряжается. Сейчас Николай маме землю отдаст. Вот, уже приехали, сейчас землю занесем, и мы уже до домочку, наконец-то, елки-моталки. Сейчас мы полдня уже опять прокатались, как всегда, ё-моё. А сегодня суббота, кажется, едем с города, с Колей. Такие, а сегодня же суббота. Суббота, ё-моё. А сегодня шо, прямой эфир, ё-моё, да? Вот, и шо, и вот, и шо делать.
И надо его проводить, как бы, потому что на прошлой неделе мы затыкали за прямой эфир. Да, и на прошлой же неделе, это же было на прошлой неделе, девчата уезжали. Все, уже забыла. Короче, и все, я сейчас приеду домой, наверное, разберу, что я буду готовить вначале, что буду в конце готовить. И, наверное, на прямом эфире сяду и буду резать эти овощи, так сказать. Два дела одновременно. Все равно Коля читает комментарии, я смогу и резать овощи, и отвечать, и все. Посмотрим, короче, как получится вообще. Он в субботу сейчас вот не очень удачное время. Почему? Потому что много у нас же дачников смотрит нас. Дачников, у кого частные дома. Вот. И в субботу чаще всего люди еще на дачах. Хотя уже сейчас похолодало, может, и дома. Не знаю. Ну, в общем, будем проводить в субботу, а там будет видно. Так что так. Так. Все, на этом, наверное, пока наши поездки заканчиваются. Вот. А дома что-то в любом случае снимем. Опять кухня. Опять, блин, кухня. Ну, некоторым людям интересно. Вот, смотрю, выложили сегодня видео. Утреннее, по крайней мере. Читали комментарии. Это вроде пишут. Наоборот, что нравится все. Несколько человек, вот, знаете, бывает там. Надоело. Надоело, что я могу сделать. У меня вот сейчас в этом заключается моя жизнь. Так что так, как минимум еще неделька у нас будет вот это вот все. Так что так, а потом начнется обычная, простая, скучная, блин, жизнь. Потому что начинается осень, зима, а что осенью, зимой особо показывать? Ни на моря тебе, ни никакого тебе ничего. Ну, разве что мы будем в кино ходить, в театр ходить. А толку это же я все равно не смогу вам показать. Так что так. Все, на этом пока мисс все. Ну что, ребята, в общем, у нас прошел прямой эфир. До прямого эфира, честно говоря, просто вы не видели этого кипиша. До прямого эфира у нас был вот такой переворот, мы быстро снимали обзор, до такой степени быстро, я там так, как с пулемета, в общем, не знаю. Она расстреляла все товары. В общем, чтобы успеть на прямой эфир, и то мы опоздали, мы закончили съемку обзора всем ровно, а всем уже должен был начинаться прямой эфир, и мы вышли где-то в 7:05, да, или ну, где-то так, 10, да, я думаю. Потому что реально, потому что и вот так, ну, как приехали, мы еще сомневались, ну, то есть города, снимать прямой эфир, не снимать, пока Коля там машину свою... Ну, включать, сейчас... не включать, да, думали, пока, блин. Пока Коля делал машину свою, я тут быстро разлаживала, чтобы же на обзор, ну, по столу разложить, что же я вам буду с пола пакеты показывать. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. В общем, я вам показывала эту курочку. Вот такую готовить красавицу. Нету сейчас чего времени, вообще нету готовить, что сейчас время, только прямой эфир закончился. Мы включили вон Юлю, посмотреть, что там у них все-таки, потому что, я же говорю, мы приехали, мне же пишут на прямом эфире, там у Юли кошка родила, пишут там, а там и рецепт вышел. Я же говорю, я где-то там что-то кусочками смотрела, я же говорю, приехали, включили, а у нее уже, кажется, прямой эфир закончился. Я включила, она там разговаривала, я тут вылаживала пока. Я говорю, и то сейчас посмотрим, пока мы будем кушать. И что, и нас ждут грибы? У нас, грибы. Извините меня, 7 килограмм грибов, которых нельзя оставлять просто так. Вот. Плюс у нас там еще чего-то. Сейчас буду перебирать грибы, которые на консервацию. Сейчас их быстренько сразу закину, переконсервирую. Ну, то есть маленькие самые такие красивенькие. А те уже, которые останутся на баклажаны и на это, уже оставлю их на завтра. В принципе, уже будет без разницы чуть-чуть, если они там и подтемнеют, ничего страшного. Мне главное, чтобы выхватить вот эти самые манюсенькие сейчас. Вот. Ну, все. Я думаю, возьмем с собой на кухню. Короче, да. Возьмем вас с собой на кухню, я отрываю себе ножку. И такая... Все, короче, девочки, я тоже пожал. Говорили мы на прямом эфире. Знаете, тоже даже. А ну, отрывай меня, я буду себе жевать там за кадром. Ё-моё. Говорили мы на прямом эфире. Каждый рассказывал, там кто-то печенку готовит, кто-то еще. Я сижу, у меня же желудок такой бур. Ё-моё, думаю, ну все, капец. Дорвались. Сейчас мы ее съедим всю. Мы говорим, да это нам будет много. Я так чувствую, что мы сейчас ее прям всю молотим. Да? На кухне мы вас самой возьмем. Девочки, это не полезно, но это вкусно.